Приветствуем, приветствуем вас на канале Раиса Горяченко, дача, сад, огород, цветы. А тема важная, как всегда. У нас тем не бывает неважных, и она ответ на вопросы как раз тех, кто занимается нарезкой черенков именно на зиму, и потом укореняет уже в конце зимы и в начале весны. Ну вот мы стоим у деревца граната, его тоже можно нарезать. Как раз в период ноября после листопада, когда опадает листва, и еще обязательные условия, должны пройти уже первые заморозки. После первых заморозков минус 2, минус 3, до минус 5, после этого уже можно начинать нарезку черенков. Для северян это уже очень актуально, для нас, для южан, пока это будет не актуально, оно, скорее всего, будет актуально именно уже в период конца ноября месяца, даже в декабре. Ну, так как есть просьба рассказать вот эту информацию по вопросам нарезки черенков садовых, декоративных растений для укоренения в 2020 уже году, и когда это можно делать в ноябре, время московское. Итак, начнем прямо с первых дней, где вот морозики уже, где можно работать. Это время козерога, дни корня. Вообще-то самые лучшие дни для укоренения, нарезки черенков как раз. И укоренение находится именно в дни корня. И вот 1 и 2 ноября все 24 часа можно нарезать черенки и заготавливать их для того, чтобы потом работать с ними в конце зимы и весной. 3 числа мне могут снова же задать вопрос, как обычно бывает. Вот 3-го тоже будет частично до обеда, там время козерога, но это будет неэффективная луна. Это будет переход из первой во вторую фазу, сильнейший стресс у луны от солнца. Поэтому мы этот период не берем для того, чтобы нарезать черенки. Сейчас хочу назвать два периода. Это дни воздуха, я их отдельно выделила. Это как бы исключение, потому что у нас лучше всего дни корня, а дни огня я не использую, потому что очень сухая древесина, и потом очень сложно нужно замачивать, сложно укореняются такие черенки. А вот в дни воздуха более-менее вот это лучше получается. Можно использовать будет еще два периода. Это близнецы 14 и 15 ноября. Получается 14 все 24 часа, 15 до 16 часов. А вот в весах 22 ноября все 24 часа и 23 ноября тоже все 24 часа. Вот это такой период можно вот использовать. Но лучше все-таки обращаю внимание, кроме козерога, у нас еще будет один раз луна в козероге и в деве. Дева – это идеальное время и для нарезки черенков, и для укоренения. Итак, 20 ноября все 24 часа, 21 ноября все 24 часа нарезаем череночки и готовим их для того, чтобы они хранились зимой. Ну и завершают месяц 29 ноября в козероге все 24 часа и 30 ноября до 21 часа можно нарезать черенки и заготавливать там, где действительно уже готова древесина растений садовых, и можно их уже укладывать на хранение. Я ответила на ваши вопросы, и мы завершаем, мы, Раиса Горяченко и Александр Волик, завершаем это видео с пожеланиями вам хорошей погоды, удачной нарезки черенков и потом удачного укоренения этих черенков в следующем году. Всего самого-самого вам доброго, удачи вам!